Шумфагия! Берегитесь! Отстаньте от нас! Собрались пообедать! Фу! Фу! Отстаньте! А что я пропустила? Противные прыгусеницы! Ставьте лакомые яблоки! Лайку прыгните их от меня! Ты в порядке? А ну стой! Мини, осторожней! Так не пойдет! Стоит поднажать с тренировкой магии! Аниса, ну кто так атакует пузырями? Кристаллы Туа нужно кидать поточнее! Ильяна, что за цветочки? У меня тоже есть вопрос, Кира. Кто тебе назначил главный? Главный? Может быть, единственный, кто разбирается? У меня ничего не получается. Ну какой из меня охранитель? Вот бы стать смелой, как девочки. А если... Грибнет! Как мне исполнить мечту и стать смелой? Цветопад, получи свою мечту. Шиба, получилось. А вот дальше что-то не разберу слово. Ну и неважно. А где это? Ой, совсем рядом с буреломом. Нет, я сделаю это. Надоело быть самой слабой. Шушу магия! Волшебство начинается с нас! Нине, скажи Кире, что нормально мы колдуем. Нине? Ты где? А? Смотрите! Цветопад, получите свою мечту, но не задерживайтесь у цветопада надолго, замечтаетесь навек. И приписка, тут замечен... Ба! Нужно срочно спасать Нине! Ух ты! О! Интересно, и как цветопад поможет мне стать смелой? Ой, страшно! И щекотно, и страшно! Нини, ты станешь самой смелой! Мама Жама! Мама Жама! Шиба, зачем? Мама Жама почти не помогла! Ой, так это были чары? Кто-то идиот! Прячемся! Ничего здесь не трогайте! Даже сейчас? Это самая идеальная девочка лагеря! Нет, Мира! Шиба, стой! Там опасно! Девочки, что вы тут делаете? Очнитесь! А? Кажется, это бас! Девочки всегда меня спасали, а я так боюсь! Нет, я вас не брошу! Не надо мне пустых видений! Это я, и я всегда с вами. Используй магию ветра. Все получится. Струна падать больно! Что это было? Это цветопад. Его цветы наводят чары. Все, что вы видели, не настоящее. И еще сюда идет ба! Побежали!
Цветоподу. Нине, ты нас спасла. Это был очень смелый поступок. Но надо учиться читать на лесном. А то еще куда-нибудь не туда попадешь. Опять вы здесь? Только через мой хок. Можно я? Ого, какой веер! Откуда? От мамы Шамы. Она может с нами общаться, даже несмотря на то, что спит. А нам надо спать, чтобы общаться с мамой Шамой? Расскажи! Чиш, успели! Туа! Все девочки давно ушли на задание, а ты, как всегда, опаздываешь. Ой, ну ладно, подумаешь, чуть-чуть опоздала. Это просто недопустимо, чтобы хранитель так безответственно относился к своим обязанностям. Какой пример ты подаешь Шушу? Придется за тебя взяться. Сегодня твоим напарником буду я. Я преподам тебе важные уроки магии. Уже не терпится. Шушу, маг. Волшебство начинается с нас! Хранителю важно знать обо всех обитателях леса. Вот букашечник пятикрылый. А вот семена лукавой журчалки. Это уроки не магии, а занудство. Начишь — сохрани. Вот липушкины слезки. Очень кислые. Чиж, держи. Желтая толстоножка. Прости, прости, конечно, ты совсем не толстая. Чиж. Ой, нет, нет, это глотать не надо. А это? Это же созревший искромох. Искрометно. О, и правда красиво. Кстати, искромох не так уж и безвреден. Во время созревания его споры блокируют лесные сигналы. Грибнет или брошки здесь будут работать с перебоями. Туа, ты записываешь? Да-да. Искромох. Или искрамох. Что ты творишь? Это же наш кладезь знаний! Отдай книгу Чишу! Хранение со вкусом знаний. Сколько можно поясничать? Когда ты возьмешься за ум? Да что я такого сделала? Дело не во мне. Эти уроки — скука смертная. Я-то думала, мы будем реальной магии учиться. И что будет весело. Я не обязан никого развлекать. Я должен научить вас быть достойными хранителями. Я уже нормальный хранитель. Да, Чиж? 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 Чиж, ты где? Чишек, не прячься, иди сюда! Посох, работай, ну! Бесполезно. Искромох не пропустит сигналы посоха. Но и без него все ясно. О нет, неужели Чиша забрал Бат? Что же делать? Будем действовать сами. Неужели Бат хочет съесть Чиша? Бедный мой Шушу, это я во всем виновата. Нет, Туа, это я забыл, что ты тоже еще детеныш. Я должен был лучше следить за тобой и Чишем. План такой: я отвлеку Баата, что? А ты спасай Чиша. Но, Знаник, у тебя же нет магии. Это очень опасно. Только если для Баата. Эй, Баат! Да-да, это я тебе, наглая колючка. О, привет, Бат! Как делишки? Эй, ты как?
Знаник! Ну все, монстр, держись у меня! Ой, голова! Знаник, ты очнулся! Прости, что спорила с тобой. Ты такой крутой и умный, настоящий хранитель леса. А где Баат? Как мы выбрались? Баат зализывает раны. Мы ему показали, да, Чиша? А вот мой посох не уцелел. Ох, беда. Знаник, я все думаю, а кто такие Бааты? В книге про них совсем мало. Бааты — создание хаоса. Они любят тьму и ненавидят Шушу. Ты знаешь что-то еще? Нету. Для меня Бааты такая же загадка. Значит, я должна ее раскрыть. Кира, Лиана, пока остальные девочки наводят порядок в штабе, вам поручается следить за порядком в лесу. А нет ничего поактивнее. Кира, знанику виднее. Разумеется. Сегодня день великого стояния. Он должен пройти без происшествий. День великого стояния. Что это? Ай, да какая разница, Лиана? Давай уже начнем! Шушу-магия! Волшебство начинается с нас! Великое стояние. Великое... Я точно что-то такое записывала. Нашла! Это, Кира, особое явление, отличается великостью и стоянием. Все? Эй! Отлично! Кто-то нарушает порядок! Надо разобраться! Какие необычные птички! Это павлисы. Они очень красивые и очень громкие. Эй, знаник же просил без происшествий в день великого кривляния. Стояние. Я сказала, тишина должна быть в лесу. Да что за упрямые курицы? Лиана, что с ними делать? Сейчас скажу. Лиана, помоги! Сейчас, сейчас. Ладно, думаю, я и так знаю, что нужно делать. Устроим для Павлис пикник! Дипломатическое чаепитие. Павлисы выпьют чай, успокоятся, отдохнут. Аш, поможешь? Лиана, а ты уверена, что это сработает? Ну, конечно. Уважаемые павлисы, прошу на чай. Осторожно, не разлейте! Салфетки не туда! Лиана, кажется, твой план тоже не очень. А что ты предлагаешь, Кира? Я? Да в этом море даже думать невозможно! Я сейчас просто сойду с ума! Арр!
Как же их успокоить? Девочки, давайте сядем и поговорим! Красиво? Кира, а что если это не спор, а соревнование? Проверим? А? Кому поверим? Подумать, что великое стояние – это конкурс красоты. Крикливый. Это не коты, а павлис, Лиана. Я про день великого стояния. Мое состояние? Супер! Поздравляю. Пора в лагерь. Девочки уже ушли. Как это ушли? Нини! Ой, прости, Аниса. Мы с Шибой тренируем маскировку. Шиба! Выходи! Наконец-то назад в лагерь! Хочется какао с маршмеллоу и спа. Ты все больше напоминаешь мне Шуи. Пока, Шушу. А главное в рецепте какао это... Но это же не лагерь, а холм мамы Шамы. Как мы сюда попали? Не знаю. Давай вернемся к порталу и попробуем пройти еще раз. Что-то явно не так. Надо связаться с девочками. Туа, Лиана, Кира, прием. Девочки, на помощь. Лиана не слышит. Мы застряли здесь навсегда. Нини, не переживай. В десятый раз точно получится. Это уже 13-й. Теперь мы вообще в буреломе. Похоже на проделки Баата. Шуи, Шиба не с тобой? Вот ты где. Шиба, ты куда? Шиба, не улетай от меня. Это Бат. Надо уходить, пока он нас не заметил. Странно, что с ним такое? Это ловушка, Аниса, пошли отсюда скорее! У него что-то торчит из задней лапы. Это же огромная колючка! Ну и хорошо, значит мы в безопасности. Он ранен! Наверное, пытался достать колючку, но не смог. И выбился из сил, да еще и застрял. Мы должны ему помочь. Да, это просто ужасно. Ну, Аниса, это же Баат. Мы ему поможем, освободим, вытащим колючка. Он нас потом съест! Нини, мне тоже страшно. Но мы хранители и не можем бросить в беде ни одно существо волшебного мира.
Шуи, нам поможет магия пения. Спокойно, Баат. Тише, мы тебя не обидим. Чтобы мы смогли найти Баата и помочь ему. Даже думать об этом не хочу. Побежали пить